Як ви оцінюєте взагалі такі меседжі Зеленського, його риторику і його поведінку в питаннях щодо там, Криму і щодо війни на Донбасі? Олег, ви зараз задали вопрос, яке можна розложити на составляюще, потому что он такий всеоб'ємлющий. Во-первых, на чий стороні президент Зеленський, мне кажется, на стороні українського народу? И пока что вот, он, вот, вот это мое желание и вот эти мои надежды, он полностью подтверждает своими действиями. А любой президент в Украине, который придет к власти, если только у него будет какой-то намек, попытка или же жесткая попытка сдать украинскую территорию, сдать национальные интересы, отказаться от Крыма, эм, сказать, нам не нужен Донбасс или пойти на уступки, явные уступки России, поверьте, вот, ну, народ Украины, он же уже не раз доказывал, что он терпит-терпит, а потом, когда вот уже терпеть урывается, вин выходит на Майданы и, свою владу просто сносит. То есть у нас в истории не раз это было. Другой вопрос, что мы пока еще не умеем выходить за реально свои... Национальные, не, не только национальные, а экономические шкурные интересы. То есть мы не умеем отстаивать коррупционеров, чтобы они сидели в тюрьмах, они а возвращались в свои жирные кабинеты. Мы не умеем бороться за свои экономические права, когда нас обманывают, когда нас грабят.